В Десногорске продолжаются работы по обновлению дорожной сети. По словам начальника отдела строительства и ремонта Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Десногорска, в программу текущего ремонта включено более 20 дорог общегородского пользования, дворовых территорий внутри микрорайонов, а также дорога в Кукуевке 1, 2, 3 поле. Большая часть дорог по контракту 2017 года уже отремонтирована.